операции до папы конечно время. Вы можете сразу поменяться сторонами. А? Сторонами поменяйте сразу. Готовы? Первый сет подает Нюхтина 0-0. Аут. 15-0. Аут по 15. Аут. 30-15. Аут.
По 30. Нет. Сорок тридцать. Нет. Аут. Ровно. Аут. Больше. Ровно. Меньше. Нет.
Ровно. Больше. Гейм Нюхтиной, 1-0. Дает Галузина. Аут. 0-15. Нет. Ноль Аут. Гейм Нюхтиной. Нюхтина ведет 2-0.
Нет. 0,15. Нет. Аут. 15:30. По 30. Аут. 40:30. Аут. Ровно.
Ровно.
Галузиной. Нюхчина ведет 2-1 в первом сете. Аут. 0-15. По 15. Нет. 15-30. Нет. Аут. Гейм Нюхтиной. Она ведет 3-1 в первом сете. Нет.
15-0. Аут. По 15. По 15, первое положение. Детка, вторая подача. Тридцать-пятнадцать. По 30. Нет, 30-40. Аут. Гейм Галузиной. Нюхтина ведет 3-2 в первом сете. Thank you.
Ну, я еще в этот раз не засекала, но да, наверное. Аут. 15:00. Поздно. 30:15. Поздно. 40:15. Сетка, вторая подача. 43. Гейм Галузиной. По 3 в первом сете. Ноль 15.
Нет. Поздно. По 15. Аут. Гейм Галузиной. Она ведет 4-3 в первом сете.
0:15. Аут. По 15. Нет. Аут. 15:30. Поздно. 15:40. Нет. Аут. 30:40. Аут. Ровно. Меньше. Аут. По-моему, нет. Я... Стой. Сейчас. Я могу посмотреть. Я вижу отскок, просто не до конца уверен. По-моему, попал в сутки. Сейчас скажу, вроде гейм, меньше, гейм, было меньше, сейчас там я увидела аут, стал гейм, по 4.
0:15. Аут. Небольшой. 40:15. Гейм Нюхтиной. Нюхтина ведет 5-4.
15:00. Нет. По 15. Аут. 30:15. Аут. 40:15. Галузиной. По 5 в первом сете.
15. Аут. По 30. Гейм Галузиной. Галузина ведет 6-5 в первом сете. Спасибо.
15-0. Аут. По 15. Нет. Тридцать пятнадцать. Аут. Маленький. Аут. По 30. Сорок тридцать. Маленький. Гейм и первый сет Галузиной. 7-5. Выхода нет у них, да? Нету, но есть отдых. Две минуты есть. Подача. Да, да. Второй сет подает Нюхтина.
5-0. Аут. 40-15. Аут. Аут, да, большой. Гейм Нюхтиной. 1-0 во втором сете. Аут. 0-15. Аут. По 15. Тридцать.
поздно. По 30. Галузиной. По одному во втором сете. Поздно. 0:15. По 15. Поздно. 30:15. Аут. Большой. 40:15. Нюхтиной. Нюхтиной ведет 2-1 во втором сете. А? Гейм уже вы выиграли. Ну, что он сказал? Ага.
платить. Ну, облачка иногда появляются. А? Облачка иногда появляются. Аут. 0:15. Out. 0:30. Секундочку. Not поздно.
40. Ровно. Палка. Посмотреть? Я могу показать. Попал. Так, да, 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 давайте так, первый раз вы это переиграете, после этого в таких ситуациях вы будете проигрывать, договорились? Ровно. Больше. Ровно. Нет. Меньше.
Галузиной. Нюхтина ведет 3-1 во втором сете. По 15. По 15. Что, горим? Жопа горит. Да, у меня тоже горит. Нет. Там только мужик орёт, и всё, а здесь всё идеально. Нет.
Ровно. Аут. Больше. Светка, первая подача. Нюхтиной. Она ведет 4-1 во втором сете. Тридцать ноль. По 15. Ой, прошу прощения, 30-0. 30-0. Thank you.
Галузиной. Нюхтина ведет 4-2. Спасибо. Аут. 0:15. По 15. Out. Out. 40-30.
Гейм Нюхтиной. Нюхтина ведет 5-2 во втором сете. Нет. Тридцать ноль. Аут. 30-15. Out. По 30.
Светка, первая подача. Спасибо, но лучше перед подачей не надо. Аут. Геймы, второй сет Нюхтиной. 6-2. Очень надо? Ну да, мокрая вся. Ну, давайте. Ой. Или как? Или так? Надо зачу тебе. Ну давай. Ну, смотрите, как бы я... Я мокрая. Чуть не одинаковая. Да, посмотрите. Ну, если не очень надолго, то так и так, конечно, перерыв на туалет есть. Да. Надо с ней сходить. Конечно. Ну, а можете тоже сходить. Так вместе идем. Отдохнуть, дух перевести. Долго играли в сутки. Так, то тут, конечно, не 15 минут, а так минут 5-7. Минут 5-7. Экономлю как-то.
едой пахнет. Да. Нет, подождите, подождите. Перехода нет. 6-2, вы с той стороны. А зачем вы брали мечи с собой? Нет, вот один. Перерыв есть. Право. Конечно. А и на смену одежды тоже имеете право. А где же третий мяч? Вон он, вон. Да. Я вам нашел мяч. Спасибо. Пожалуйста. А я думаю, не пошли осторожно. Нет. Ой, а можно нам полить? Ну, в принципе, можно попросить. Только так, легонечко, не быстро. Ой, недолго. Нет, давайте молодого человека попросим. Вы сидите, сидите. Как нет. Как хотите, я бы мог полить. Я люблю поливать. Не надо. Ну, раз пришел человек, так бы я полила. Надо было, наверное, сразу, пока мы ходили. А какой вообще у них счет? 7-5-2-6. 7-5 у кого? 5. 7. Да. 6-2. 6-2. Ох ты, блин, какой, а? Молодой человек, а можно вас попросить полить корты? Желательно... Быстренько. Это не упорно. Слушай, я думал, вы уже давно уехали в Приозерск. Все играете. Эх, ладно. Слушай, а вы еще сегодня пару играете, да? Да. Вы с Галей. Или ты с Галей? Я с Галей. Ты с Галей. А ты с кем? Сильно можно не заливать заднюю линию в основном. Ну, я не знаю, я точно так же, как вы здесь была. Поликова, с каким счетом? Сегодня у Поликовой ноги болели. Для нас абсолютно спала. У тебя не сегодня папку с этим надо. Она говорит, у меня так ноги болят. Ну, она вчера еще очень была расстроена тем, что поставили в 11:30. Мол, она только приехала домой в 8. Я ее вчера предупредила. Вот Валя, она на нее там. Так а что, у нее техники-то никакой нет. Я говорю, так она будет все мячи у тебя доставать. Все мячи будет доставать. Она Полякова выиграла у Вани еще до игры. Поэтому она вышла сейчас пока. Я говорю, она к этой беду. Техника дело такое. Конечно. Десятое, я бы сказала. У них на бедах они каждый день. И самоучки. Самоучки. Не, Люба больше на асфальте. У меня на асфальте, я меньше. На асфальте. Они все время на асфальте. Люба побольше меня все время тренируется. Они настойчивее. У них нет такого, чтобы они ударили мимо поля. Они все вот даже здесь, посмотрите, да? Они главное, не сколько тренируешься, а как тренируешься. Да. Главное, вообще-то. Они вот перекидывают, они все время попадают в поле. Бегаем мимо поля. А эти там, она Полякова, Сашка Поляков, они придут на Ладогу. И вот они подиграли. Лопит. Они думают, что вот это лопит, это все. Голова еще не знает. Вот ее мясо надо не начинает. Ну все, давайте продолжать. Спасибо.
те стороны встали. Опять не те стороны. Перехода нет. Слушай, разговаривал я с Дарьей Амидовичем. Нам тут подумал, как бы не приехать, приодеть и построить кофе. Он начал думать. Территория есть. Поменять справа. Даже территория у меня у здания. Все, давайте продолжать. Давайте продолжать, товарищи. Я ему сказал. Телефон. Отключите звук. Третий сет экран. Давай, все, некогда. Понятно. Так, третий сет подает Нюхтина. Так, давайте вообще без комментариев, потому что сейчас поболтали немножко между сетами, больше нельзя. Попал. Гейм Нюхтиной 1-0 в решающем сете.
Аут. 0-3. Нюхтиной. Она ведет 2-0 в решающем сете. Нет. Oh.
30-40. Меньше. Ровно. Меньше. Галузиной. Нюхтина ведет 2-1 в решающем сете.